переночевать в Икее. Об этом тайно мечтают многие. И это удалось покупателям в Дании. Помог случай. И, конечно, благосклонные менеджеры магазина. Разве это не мечта, чтобы Икея оказалась полностью вашей? По-моему, это круто. Здорово, что они нас пустили, и мы согрелись. Людям пришлось остаться в шоуруме в Ольборге из-за непогоды. Они просто не смогли уехать. На улице все замело снегом. Наши машины просто замело. Потом мы узнали, что здесь, в Икее, тоже застряли люди. Мы воспользовались шансом и пришли узнать, может, нас тоже пустят переночевать. На ночевку разместились 6 посетителей и около 20 работников торгового центра, где находится Икея. Теперь я могу написать в своем резюме, что ночевала в Икее. В такую погоду здесь хорошо. Вечер друзья, по несчастью, скоротали приятно, смотрели телевизор и пили горячий шоколад. Мы предоставили немного еды, ведь скоро Рождество. Кому мало, могут взять еще. У нас есть какао и посыпка, еще кофе и лимонад. Можно отлично провести время. Я как раз попробую матрас пожестче, а то у меня дома мягкий. Кровать можно было выбрать любую. Я выбрал ту, которая выглядела лучше всех. Понятия не имел, что это за кровать. Просто выбрал посимпатичнее. Превосходно.